потом уже сам. Все довольно просто, но результат получается превосходный, да? Да, да. Так сказать, соль начинает играть каким-то совершенно неожиданными красками. Ну вот. Готово. По-моему, вполне, да? Да, да, да. Вот. Быстро научились. Соль по-адыгейски. Принято считать, что соль – это белый яд, но не в этом случае. Ценнейший и полезнейший продукт получается. И вкус дает, хвори выгоняет, плюс холестерин понижает. По моим наблюдениям, адыги только такую соль и признают. Во всех ресторанах ее обязательно подают на стол. Разумеется, дегустировать соль в чистом виде я не стал. Это хороший повод для долгожданной встречи с курицей. Курица просолилась, да? Да. Можно пробовать? Конечно. Отлично. Пробуйте. Прекрасно. Какая сочная и вкусная курица получилась у нас. Ну, и вот эта соль, конечно, дает очень интересный вкус. Да, да. Получается, что это самый простой способ, как быстро сделать из обычной курицы курицу по-адыгейски, да? Да, ну, да, конечно. Я Анастасия Чернобровина. Я обещаю вам, что новый сезон на моей планете будет фантастическим. Каждый раз он решает остаться. Я здесь остаюсь. Но двигается дальше. Андрей.